ダンダダダダダダンダンダダダダダダンダンダンダンダンダンダン。Привет, ребята! Привет, девчата! Вы сейчас там смотрите, ожидаете, что прямо сейчас начнется Keynote Google UX Extended в Омске. А мы сейчас здесь, у нас тоже через несколько минут, хотя, конечно, вру, это еще предыдущий день, тоже мы ожидаем, что же будет такого на Keynote. Ну, на самом деле, не знаю, может выступят, блин, может Пейдж, может они вместе споют дуэтом. Фиг знает, что будет на самом деле. Но одно я знаю, что этот печенюшечный человечек не врет, и нас ждет что-то офигенное. Всем привет! У нас много инсайдерской информации. Например, мы слышали, что сегодня на конференции анонсируют сразу две версии Андроида! Андроида! Сразу две версии Андроида. Шестую и, по-моему, седьмую. А может, восьмую тоже? Ну, восьмую они еще пока думают. Если успеют за последние вот сейчас 10 минут допилить, то обязательно допилят. Да, кроме того, скорее всего, всем раздарят вот такие вот кепочки, которые передают сообщение прямо в мозг через вот эту вот заклепку. Так что ждите нас, мы приедем в Омск с очень крутыми кепками. Здравствуйте, дорогие радиослушатели и прочие детишки из Омска. Привет, привет! Не только новые версии Андроида выйдут, еще выйдет безлимитный App Engine, в котором вы сможете делать миллионы запросов в секунду. Еще обязательно каждому подарят новую версию Google Glass, такую же, как у меня, на 7 диоптрий, ниже нуля. А еще это специальная инсайдерская инфа, что в Омске откроют офис Гугла, и он будет вот в этом чудном домике. Смотрите, как здесь здорово, твердые теплые стены. Всем пока! А если серьезно, мы хотим вам пожелать сегодня очень хорошей, интересной ночи. А здесь у нас день, у вас ночь. Вы большие, очень молодцы, что вы собрались там в Омске, в этом уютном офисе. Желаем вам всего хорошего, интересного просмотра. Узнайте все новости первыми. Good luck!